whole story started when... Сначала там была девушка, ее звали Мария. An angel came down to her and told her that she was pregnant. Родится ребенок, это его назовет Иисус. Мария очень испугалась и спросила, как у меня будет младенец, если я еще не вышла замуж. Ангел сказал, что все возможно с Господом. Потом она побежала к Иосифу и сказала, у нас родится Биби, и мы его назовем Биби Иисус. Joseph didn't know that her baby was the savior. Потом ангел явился Иосифу во сне. Ангел сказал Иосифу, что бы он поженился на Марии. Он побежал к Марии и сказал, пойдем жениться. И он поженился. И он посадил Еву, а она ослика. И они пошли в Вифлеем. Там они посмотрели в гостиницу, но в гостинице не было места. Спрашивали, если есть ночлег. And then there's no room, and there are no houses, so they had to go to a barn. Там было темно, там пахло сеном. Потом там были все животные, овечки. И коровы, и goats, and horses, сёл, барашки, 10 голубей. Там была атмосфера очень трудная для рождения, но он, несмотря на это, родился. Once there was shepherds in the field watching over their sheep. A multitude of heavenly hosts came. Well, when there were shepherds there, they were very scared because the angels were really bright. And we sang a song to the shepherds. Слава Бедным Богу, слава Бедным Богу, слава Бедным Богу. Он сказал, что Иисус родился. Ангел сказал. Он сказал, идите в Вифлеем, и вы там найдете Марию, Иосифа, младенца леваших, яслях Иисуса. The shepherds came and bowed to him. Потом мудрецы видели star. Они учили звезды, и они были очень далеко. Они увидели звезду и пошли за этой звездой, потому что она сверкала ярче всех. Я думаю, они долго шли за этой звездой, чтобы найти Иисуса. Maybe a couple months. 3 месяца. 100 лет. 100 mile. Наверное, 15 минут. A week. Но я думаю, больше часа. Я думаю, они довольно долго шли. The wise men were walking 3 years. Мы шли и несли подарки для Иисуса. И они остановились возле Ирода. Он спросил у них, куда вы идете? И потом они сказали, мы идем увидеть Иисуса. Ask them to that when they find him, to come back to him and tell him. Ира хотел убить Иисуса. Они пошли опять. И потом они нашли Бэби Иисуса. Burn gifts of frankincense, myrrh, and gold. Frankincense is oil that heals wounds. Ну, золото — это, понятное дело, металл. Ну, золотой, он очень дорогой и ценный. Myrrh is... Perfume? И ему поклонились, ему подарки дали. That's how Jesus came to earth.